Сегодня мы собрались здесь, чтобы поклониться Садашиве, который отражается в нас, как Шива, как Дух. Он отражается в нашем сердце. И, как вы видели, целью нашей жизни являлось достижение состояния Духа. Но в Сахаджа-йоге Сахаджа-йога должна проделать гораздо более глубокую работу. Она должна проникнуть в общество, в политическую жизнь, в экономическую жизнь. Мы должны освободить весь мир. Постарайтесь понять вашу ответственность. Вы здесь не только лишь ради одного аскетического восхождения. Нет. Какой большой мудростью вы должны обладать, какой большой любовью вы должны обладать, сколь большим умением разбираться вы должны обладать, чтобы понять, что вы избраны для того, чтобы освободить весь мир. Так что это так называемая ограниченная любовь, которая ведет вас к вашему разрушению. Какое здесь решение? Это безграничная любовь. Потому что Шива есть не что иное, как любовь. Он — любовь. Любовь, которая исправляет, которая питает, которая хочет вашего блага. Вот что такое Шива. Она хочет вашего блага. Она заботится о вашем благополучии. Так что, когда вы заботитесь о благе других с любовью, тогда вся жизнь меняется. Весь стиль жизни меняется. И вы на самом деле наслаждаетесь этим, потому что вы становитесь едиными со столь многими, заботитесь о столь многих семьях, о столь многих вещах, о столь многих проблемах других. Это просто дает вам чувство единства со столь многими. Я вижу так много сахаджа-йогов сегодня здесь. А первый раз, когда я приехала в Италию, я должна сказать вам, я приехала с Кристиной. Нет. Как ее называли? Катрин. И она была единственной, кто знала итальянский. И мы попросили некоторые газеты зарезервировать для нас зал и место для объявлений, но ничего не было сделано. Так что мы не, когда мы приехали, мы никого не могли найти. Я ходила с ней расклеивать афиши. Но все равно никто не пришел. А сегодня нас так много. Но мы должны знать, что мы связаны друг с другом любовью. И это любовь для нашего блага, для нашего восхождения. И тогда вы начинаете наслаждаться каждым. Тогда вы не думаете, какой он расы, из какой он страны, кто он такой. Он сахаджа-йог, и кончено. Так что вы становитесь гражданином Вселенной. И этого отношения необходимо достичь. Когда я слышу, что каких-то индийских девушек мучают и беспокоят, я думаю, как они могут делать такое? Или мучают кого-то чернокожего человека. Или к какому-то индийцу плохое отношение, потому что он из низшей касты. Это невозможно, потому что мы все неотъемлемая часть одного тела. Мы все братья и сестры, рожденные от одной матери. Но это возможно лишь тогда, когда вы растворяете эти ваши ограниченные отношения в этом великом безграничном океане любви. Только лишь тогда это возможно. А если этого нет,
то не пытайтесь оправдываться, просто наблюдайте за собой. Посмотрите сами, на самом ли деле вы любите каждого. Я бы сказала, каждый раз, когда я иду куда-то за покупками, я просто размышляю, о, это подойдет этому, а это подойдет тому. Для самой же себя, если вы видели, это невозможно для самой себя мне купить что-либо. Это невозможная ситуация. Если только лишь это необходимо абсолютно срочно, если есть какая-то проблема, если я не могу обойтись без этого, я не куплю себе даже напитка, когда испытываю жажду, потому что все заключено в радости других. О, это будет хорошо для этого человека, а то для того. Это все дает самое большое наслаждение. Я хочу сказать, ради чего вы все здесь? В конце концов, подумайте о себе. Почему я здесь? Я здесь для того, чтобы наслаждаться каждым. Каждым. Они все реализованные души. Какие прекрасные лотосы. Я не собираюсь упасть в грязь. Сейчас я один из этих лотосов, вот как вы открываете свое сердце, лотос вашего сердца, и благоухание такого человека так прекрасно, так прекрасно. Так что вы больше не склонны к отделению. Вы не хотите отделяться друг от друга. Всюду должно быть согласие в этом вопросе. Вы не должны думать, что это нужно делать здесь или там, но это должно быть всюду. Все мы должны быть вместе. Так что наши эти мелкие привязанности должны раствориться в этом океане любви, которым является Шива. Четвертое, что наиболее важно знать нам всем, это то, что есть нади, который проходит через нашу левую вишудху, сердце. Начинается сердце и поднимается вверх, проходя через агью, и у него четыре лепестка, которые открываются. Он тот, кто дает вам состояние, которое называется турия. Мы живем в трех состояниях. Пробужденном состоянии наше внимание рассеивается на то, на это, мы портим наше внимание. А второе состояние является тем, которое мы называем сном. Когда мы спим, также все то, что произошло с нами, приходит к нам из нашего прошлого и тому подобных вещей. Но когда мы уходим в более глубокий сон, который называется сушупти, это состояние, где у нас глубокий сон, и вам снится что-то, что также является реальностью. Вы можете видеть во сне меня, это как эфирная часть нашего подсознания, куда проходит некоторая прекрасная информация. Предположим, я еду, скажем, в Италию. Тогда итальянцы могут узнать из своих сушупти, что я приехал. Или, возможно, кто-то может узнать. Это зависит. Но первое состояние называется турия. Но есть еще два состояния. Вы находитесь в состоянии турии. Это четвертое состояние. Турия означает четвертое. Четвертое состояние присутствует из-за того, что вы находитесь в состоянии безмысленного осознания, где нет мысли. Просто подумайте об этом. Когда нет мысли,
Вы должны быть невинными. Когда у вас нет мыслей, у вас должны быть вибрации. Когда нет мыслей, вы не можете быть ни к кому привязаны. Так что в это безмысленное состояние вы пришли сейчас. Это Турия состояние. И когда вы в этом состоянии, эти четыре лепестка, которые находятся в вас, должны раскрыться в вашем мозгу. Они идут от вашего сердца к вашему мозгу. И тогда вы совершенным образом понимаете, что такое Бог. Вы совершенным образом знаете, что такое Бог. В это время, вы получаете истинное знание. Но до тех пор, пока эти четыре лепестка не откроются, вы можете снова упасть. Вот почему те или и другие сахаджи-йоги, кто все еще делает то, чего они не должны делать, уходят вниз. И они не понимают, что такое Бог. Но важно не это понимание. Это немногое вы понимаете, но это идет от вашего сердца в ваш мозг, а не из мозга в сердце. Это идет так, как будто амроза вашей бхакти совершенно покрывает ваш мозг. Скажем, к примеру, Шанкарачарья написал прекрасную кришну, которая называется Вивека Чурамани. И он написал, что такое Бог, и это, и то, а Вивека означает сознание и сознательное, и все это он написал весьма обширно. Но был один ужасный человек по имени Сарма, который начал спорить с ним, когда он, Шанкарачарья, стал сыт этим по горло. Он сказал, нет, никакого смысла говорить с ним. И тогда он просто написал Саундари Лари. Саундари Лари — это не что иное, как все мантры, восхваляющие мать. Он сказал, я знаю мать, позвольте мне воздать ей хвалу. Что за польза говорится всеми этими людьми? Это глупцы, как они могут понять? Он понял, что у этих людей нет этой способности, нет этой чувствительности, чтобы понять то, что он знал, что это истинное знание, знать, что такое Бог. И если это Бог, тогда как вы можете подозревать кого-то? Как вы можете пытаться все анализировать? Это Бог. Это всемогущий Бог, который знает все, который творит все, который наслаждается всем. Это то, что называется гьяна. Это знание, это истинное знание, это чистое знание. Это не знание о чакрах, не знание о вибрациях, не знание о кундалини, но знание о Боге Всемогущем. Знание о Боге Всемогущем не ментальное. Снова скажу я вам, оно берет начало в вашем сердце и идет в ваш мозг. Это что-то, что исходит из вашего опыта познания радости и покрывает ваш мозг. Так что ваш мозг не может более отрицать, как иногда, когда у вас есть мать, ваша меньшая мать, вы знаете любовь к вашей матери. Вы не можете объяснить это идет от вашего сердца. И вы говорите, о, это моя мать, она не сделает так. Я очень хорошо знаю свою мать. Знание вашей матери, той, которая дала вам рождение, может быть и не очень хорошее, что бы там ни было, но знание о Боге, что Он — любовь, что Он — истина, что Он знает все, становится просто
вашей неотъемлемой частью, совершенным образом. И это то время, о котором мы говорим, что это нирвана. Поэтому так важно, особенно для людей Запада, теперь открыть ваши сердца, потому что это начинается в сердце, а не в мозге. Не судите людей по вибрациям, судите себя все время. Я уже говорила, что Пуджа Шивы означает больше объяснений, больше понимания, больше этого. Потому что на других пуджах мы читаем все мантры и то, и другое. Но на этой пудже нужно получить знание, что это Бог. Знать, что вы знаете Бога, само по себе является таким великим. Кем бы она ни была, она может быть Махамайи, она может быть чем угодно. Но вы знаете, это нельзя описать в одной книге, этого нельзя описать и в сотне книг. Этого не описать словами, но знать, что Бог, в конце концов, это Бог. Бог всемогущий. И это дает вам это прекрасное смирение. Когда вы просто чувствуете себя в совершенной безопасности в этом океане любви. Я желаю вам всем достичь этого состояния. Да благословит вас Бог. Эта пуджа довольно короткая, она не столь велика. Вначале мы проведем пуджу Ганеша. Ему следует поклониться в любом случае. Затем немного Деви, а затем только мы прочтем 108 имен Шивы.